представляет вашему вниманию шоу «Гладиатор» и четырехраундовый поединок. Я приглашаю в ринг рефери. Встречает победитель первенства Советского Союза по боксу Александр Калинкин. Спасибо.
полечили. Нет, так не становись перед ним. Левая работает. Вот так, поджимай, поджимай. Вот так. А вот покажи, живот в голову дай. Покажи. Вот так, да, вот так, молодец. Чаще так делай. Вот так, молодец. Обматывайся, не повторяйся. Руки подними. Вот так, вот, вот, не опускай. Правый шагай. Добавляй правый. Заканчивай справа, руки. Заканчивай справа, начинай левой, заканчивай справа. Вот на живот, вот здесь надо, вот на живот, наработай по животу. Молодец, вот так, вот так. Еще так. Вот так, вот так. А тут голова печень. Серебро ринга. Даниил Нигат, 25 лет, боксер, рост 1 метр 70 сантиметров, вес 80 килограммов, 400 граммов. На прошлом ринге провел один бой, а до победы ничего поражения не имеет. Даниил Нигат. Обманяла!
одного поединка же 4 раунда по 3 минуты. В красном углу ринга Арутюн Аветисян, 20 лет. Боксер представляет Россию, рост 1,91 м, вес 8 кг 900 г. На профессионалке провел один бой, одна победа, чуть поражения не имеет. Арутюн Аветисян. Третий раунд. Раунд!
Учи, учи левой. Работай, лево, лево, почаще. Боже, не уже тихо. Получилось. Все получилось. Аутюн, обойтися!